Я вас на канале всех приветствую. Сегодня снова будем с вами смотреть масло, контролировать его расход на моей Ладе 200. Кто не смотрел раньше мои ролики, это канал Захар Хорошко. Здесь снимаю про автомобили, про Ладу Весту свою, про ее эксплуатацию. И делюсь с вами своими впечатлениями и эмоциями. Ну что, давайте погнали, посмотрим по маслу, что у нас. После последней проверки, а прошло уже где-то в районе 2 недель, сейчас у нас 25.02.2022 года. Посмотрим, что у нас с маслом происходит на автомобиле. Погнали, друзья. Автомобиля Lada Vesta SV продолжается практически в прямом эфире, друзья. Делюсь с вами эмоциями, впечатлениями владения автомобиля, осмотр автомобиля. Обратите внимание, есть небольшая пыль, есть небольшой песочек, но, скорее всего, просто задувает, ветра дуют у нас, да, снега нет уже, но пыль есть. Не сказать, чтобы очень много, но она присутствует. Это автомобиль, это эксплуатация. Здесь ничего особо уже не позадувало. Все чисто, аккуратно. Тряпочкой, как говорится, смахнул, видите, и все чисто. Так, давайте с вами смотреть масло, посмотрим, что у нас здесь происходит, друзья. Покажу вам еще по салону немножко, да? Посмотрите, в каком состоянии у меня находится салон. После, так сказать, зимней эксплуатации, зима-то у нас практически уже заканчивается. В таком состоянии салон, чисто, аккуратно. Я его давно уже не вытирал, наверное, недельки две, либо три назад не протирал, ничего. В таком состоянии машина находится. Обратите внимание, чехлы, водительское сиденье, в каком состоянии. Никаких чехлов, так сказать, не купил. Не ставил мои очки. Кстати, я их вот вожу вот здесь. Сейчас вам покажу. Я их вожу почему? Потому что у меня здесь я вешаю телефон для съемки сюда в крапеж. Вот тут сюда ставлю телефон и снимаю на ходу. Мне очень удобно, обзорность хорошая. Видео получается классное, мне нравится. Ну, я думаю, замечаете, когда у меня идет съемка на ходу с обычного телефона, который я купил. Он мне, кстати, помогает и монтировать все видео. Вообще кайфую от своего телефончика. У меня есть тоже видео на канале, можете посмотреть. Оставлю ссылку, на какой телефон я снимаю. Так, дальше. Что по автомобилю, да, обращается. Дверные карты просто в идеальном состоянии. Все чисто, аккуратно. По поводу накладок защитных на ковролин. Стоит их ставить сюда, либо не стоит. Посмотрите сами. Если вы считаете, что здесь они очень сильно нужны, тогда, наверное, ставьте. Если нет, то можете, наверное, не ставить так же, как и я. Ну, у меня здесь все чисто. Как бы я не вижу смысла ставить. Было бы грязно, поставил бы. Дальше что? Сиденье пассажирское в таком вот состоянии находится после зимы. Кстати, планирую здесь все попылесосить. Снять такой небольшой ролик. Убирать здесь ковролин этот, почистить. Вот сюда, кстати... Вот сюда, кстати, пластиковые карманчики можно было бы и ставить, друзья. Тема хорошая. Наверное, пыли бы было бы меньше. Но не ставлю. Нету времени и не хочу как бы этим заниматься. Возьму пылесос. Вам прорекламирую один из интереснейших пылесосов, который подойдет для уборки и дома, и автомобиля. Обязательно сниму ролик, покажу. Вот состояние, да. Обычные коврики. Ни разу за зиму здесь я не пылесосил. Вот в таком вот состоянии ковролин. Специально ничего не убираю для того, чтобы увидеть, насколько загрязняется автомобиль с обычными резиновыми ковриками. Будем пылесосить, сниму видео, обязательно покажу. Дальше что из интересного. Вот в таком вот состоянии находится задний салон автомобиля, там где ездят у меня пассажиры. Вот состояние, да, автомобиля.
тоже зиму не убирал, ничего зимой не пылесосил. Все, так сказать, за 3-4 месяца эксплуатации в таком вот состоянии. Верные карты, обращайте внимание, в каком состоянии. Ну и в целом машина сейчас у меня еще не помытая. Недавно только прошли дожди, поэтому планирую заехать помыть на мойку. Обязательно ухаживайте за автомобилем. Вот такие вот птички делают нам сюрпризы по автомобилю, да? Коты у меня ходят по автомобилю, обратите внимание, да? Лапки котиные. Вот. Ну это братья наши меньше, я на них не ругаюсь. Им холодно, приходят греться, садятся под автомобиль. Потому что нужно им тоже согреться как-то, да? Поэтому помыл и все хорошо. Ну что, друзья, подведем итог. Значит, масло по автомобилю за 2 недели эксплуатации практически не ушло. Если ушло, посмотрите видео, чтобы более точно оценить ситуацию. Но я думаю, если ушло, то там ни миллиметр не будет. Я доволен, значит, эксплуатация автомобиля Lada Vesta по рекомендациям АвтоВАЗа оправдывает мои ожидания. Я счастлив и доволен. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, общаемся, продолжаем дальше делить ролики про Lada Vesta. Всем пока-пока, друзья.